Итак, знаменитый гелик гелик шестиколесный, но по сухому треку. Как видите, с поворачиваемостью у него проблемы. О, знаменитая проблема — это передний бампер, который находится очень низко, и поэтому он впивается в любые препятствия. И сейчас будет первая проблема его. Вот здесь. Ну вот, видите. Приходится вот так объезжать тогда? Нет. Беда. Целая беда. Опять так мы столкнулись с этой проблемой. Передний бампер упирается. Даже штурмовать не получается, придется объехать по краю. Опять. Передний бампер. Только вот так вот. Нормально. Руль на максимуме, поэтому с радиусом разворота у него проблемы. О! Вот и пружины приехали тоже. Ну не может никак. Сел задним мостом. Камешки. Даже камешки ему проблемны, только с разгона. Как видите, такие препятствия из-за шести колес ему ни почем. Опять бампер. Надеюсь, по высоте он пройдет у нас под мостом. Проходит. Но упирается опять. Дадим газку, иначе будет проблематично. Даже еле-еле, но заехал. Это я еще не жал полный газ. Сейчас опять упремся. Нет, здесь нормально. Опять уперлись. Так, 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 так. Неплохо. О, даже не опрокидывается. Дадим газку, иначе мы долго тут будем ехать. Давай, 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 давай. Проходит. Вот на таких камешках у него проблем не должно быть. Из-за трех осей просто по ним по всем полетит. Но вот здесь сейчас могут возникнуть проблемы. Ох! Широковато оказался.
И вот не знаю, как прыгать-то придется. Так, здесь без проблем. Мостик. Как видите, угол поворота небольшой, поэтому сложно заехать на мост. Сейчас так пораньше возьмем. Все получилось. Котя задние. Давай, давай, давай. Не хочет. Оказалась проблема для него. Такой резкий угол. Так, передний почти на краю. Вот. Прям на грани идет уже. Ой. Ну, смотрите, какая у него резина. Забита грязью и начинает проскальзывать на этой деревяшке. Даже газом не могу. Не думал, что будет так проблематично. Сносит. Да, резина ни о чем. Ладно, чтобы не терять нам время тут с ним, поставим его вот так вот. Потому что это препятствие не для него, резину реально под замену. Забивается грязью и просто не хочет цепляться ни с чем. Ну, эти кирпичи, это вообще для него ни о чем. А, нет, я ошибся, я забыл про передний бампер его. В общем, для минимальной проходимости гелика по таким препятствиям снимайте передний бампер и меняйте резину. Во, только так вот. И то боком проходит. Ну и последнее здесь без лужи. На финишную прямую. Да, по сравнению с софтбэком даже он здесь едет плохо.